Первое обращение из поселка Чумерна Клинцовского района. Дом номер 25А по улице Строителей нуждается в скорейшем ремонте кровли. В профильную региональную программу он внесен, однако на 23-25 годы. В данном доме проживает 21 человек, двухэтажный двухподъездный дом, и там люди, как говорится, в возрасте уже. Решением губернатора в соответствии с нормативными документами правительства создана комиссия по рассмотрению обращений по переносу сроков. Принято положительное решение, внесены изменения в региональную программу. Данный дом будет отремонтирован в 2020 году. Региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов рассчитана до 2043 года. В нее включили более 6 тысяч домов. В 2020-м запланирован ремонт 237 на общую сумму в 952 миллиона рублей. Оборудованную по всем правилам автобусную остановку попросили жители деревни Крюков Стародубского района. Валентина Нишкова рассказала, каждый день местные дети ждут школьный автобус под открытым небом. Здесь Мурат Зязиков потребовал назвать конкретные сроки. 1 июня работы будут выполнены. Вопрос снимается только тогда, с контроля, когда он находит свое решение. Вот, он такой своеобразный контроль и здесь, в приемной президента, и губернатор, ну и в администрации президента Российской Федерации. Обеспечение дорогостоящим лекарством и замена канализации – перечень вопросов, с которыми жители региона пришли к заместителю полпреда, по традиции широкий. Зашла речь и о программе «Земский учитель». Она предусматривает выплату в размере 1 миллиона рублей педагогу, прибывшему на работу в сельскую местность. В этом году таким образом в школы Брянской области планируется привлечь 7 специалистов. У любого человека, у жителя, есть право обращаться и к региональной власти, и местные муниципальные органы, ну и к президенту Российской Федерации. Эти все обращения были к президенту Российской Федерации, и поэтому по поручению президента Российской Федерации в приемные президенты и проходили. Но это не значит то, что, вот, скажем, региональная власть не участвует, или там от того, что она плохо эти вопросы решает, что вот поэтому, ну, люди просто хотят, чтобы это немножко было побыстрее, форсировать, ну, вполне понятно. Екатерина Карманова, Денис Пашков, да. События Брянск.